Никол Пашинян начал чистку в силовых ведомствах Армении. Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку руководителей Службы национальной безопасности, СНБ, и полиции Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента. В тот же день Саркисян утвердил кандидатуры новых руководителей, предложенные премьер-министром Николом Пашиняном. Президент, согласно предложению премьер-министра Пашиняна, подписал указ о снятии с должности директора Службы национальной безопасности Георгия Кутаяна и главы полиции Владимира Гаспаряна, говорится в сообщении пресс-службы президента. На освободившиеся должности премьер предложил кандидатуры Артура Ванецина и Валерия Осипяна соответственно, сообщает Интерфакс. Ванецин, до того как возглавить СНБ, занимал должность руководителя одного из районных управлений спецслужбы. Осипян до назначения главой полицейского ведомства был заместителем начальника полиции Еревана. Пашинян пришел к власти на волне народных протестов после отстранения от власти премьер-министра Сержа Саргсяна. Отставки высокопоставленных силовиков стали его первым кадровым решением с момента избрания главой государства 8 мая. Георгий Кутаян занимал пост главы СНБ с 2016 по 2018 год. До этого он работал адвокатом, 5 лет был помощником президента. Владимир Гаспарян возглавлял полицию Армении с 2011 года. До этого более 20 лет занимал руководящие посты в силовых ведомствах. Руководил военной полицией, был заместителем министра обороны. Перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.